сама кого-то пригласила? Да! Какого черта ты меня не предупредил? Как? Я думала, тебе все равно. Я никому, кроме себя, не позволяю тебе говорить никому. Я приняла судьбоносное решение. Какое решение? Я решила вернуться на сцену. Как я и знал. Здесь я тяну, а тяну, пока я жива. Почему? Тренировки. Какие? Ну как, через пару недель я снова выхожу на ринг. Но только на прошлой неделе. Вы мне сразу понравились. Да. У вас такая красивая фигура. Да. Такие узкие бедра. Да. И такие широкие великолепные плечи. Да. Ах, если бы у Саймона были такие плечи. Нет. Научите его боксировать, а? Ну, если он сам этого захочет. Он не захочет. Поживаете, я вас не узнал. А я узнала. Мира! Пойдем в сад, Мира. Саймон, в саду драмы нет. Мы же не можем. Можем. Еще минута в этом доме, я зайду с ума. Кого здесь не знаю, кроме мистера Блиса. Вот он, замечательный человек. Это я виноват, простите, ради бога.